Совет Федерации уже проинформировал генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о том, что его запланированная встреча со спикером палаты Валентиной Матвиенко не состоится, сообщил РИА Новости в четверг вице-спикер Верхней палаты российского парламента Ильяс Умаханов. Мы уже проинформировали генерального секретаря ООН, с которым у Валентины Матвиенко была запланирована встреча в ходе поездки в США, что визит не состоится, сказал он. Матвиенко и остальные члены делегации России решили не принимать участие в сессии Межпарламентского союза, которая пройдет с 31 августа по 2 сентября в Нью-Йорке, после того как США выдали Матвиенко усеченную визу. По словам Умаханова, об отмене поездки уже проинформировали и руководство Межпарламентского союза.